реально вареный, блядь, просто. Саня! Что ты мне пикал? Машина перевернулась, на камеру засняла. Прям на бок легла. Если особых претензий, скажем так, на динамику нет, то можно и бензиновый рассматривать. Но желательно с полным приводом, это совсем по-другому. Ну, а так американина вообще Не сильно много. Вообще, единственное, что вот народ как бы на что жаловался, на то, как работает, вот в предыдущих версиях было особо, на то, как работает задняя подвеска, и на то, почему как бы так мало динамики в бензиновых моторах. До сих пор как бы с динамикой вопрос не решен, но задние подвески точно решали и поднастраивали ее специально для вот таких вот жаждущих клиентов.